Я вас приветствую на канале «Гаражные самоделки», и сегодня я хочу рассказать о том, как я испытывал дробилку виноградную. Дробилка эта была изготовлена еще в прошлом году, но так как в нашем регионе весь виноград практически вымерз, и испытать было нечем, то я не торопился изготовить, и она была изготовлена уже почти в конце года. Пару лет назад я изготовил саму давилку для винограда. Но потом, как говорится, аппетит приходит во время еды, и я решил ее переделать и сделал с гребнеотделителем. Ну вот приблизительно так все это работает в холостом виде. Видео о том, как эти дробилки, давилки устроены, как они работают, какая у них механика, есть на моем канале. Ссылки будут под этим видео. Урожай винограда в этом году, как для нашей зоны, неплохой. Сейчас перед дробилкой стоит 6 ведер 20-литровых с белой кожурой. И под конец видео еще доставят 4 ведра 20-литровых с синей кожурой. Короче, будем прорабатывать всего 10 ведер по 20 литров каждую. Ну и как вы понимаете, сегодня это первое испытание такой дробилки, и я поначалу побаивался, хватит ли мощности двигателя, чтобы свободно вращал оба вала, поэтому бросал по чуть-чуть, понемногу. Но убедившись в том, что дробилка справляется свободно и уверенно, я начал забрасывать более крупные партии. Как видите, верхние лопатки справляются со своей задачей. Они не слишком ранят ягоды. Ягоды уже разминают вальцы, которые стоят под этими лопатками. Ну а дальше эти ягоды отделяются от гребней самим гребнеотделителем, который расположен под этим бункером. Для того, чтобы раздавленные ягоды, сок, мякоть не разбрасывались по сторонам, по бокам дробилки и отбирающего короба, были установлены такие боковые шторки из нержавейки. Они служат защитой для того, чтобы никуда ничего не разбрызгивалось. А под самой дробилкой расположена ванночка такая, куда и все стекает и сбрасывается. В верхней части короба для отбора гребня есть такая крышка. Она изготовленная из оргстекла. Ее можно легко отодвинуть и посмотреть, что там делается внутри. Если что-то забилось, навести порядок, профилактику небольшую сделать, закрыть легко и опять продолжать работать. Ну а так как крышка прозрачная, то можно за самим процессом наблюдать и во время самой работы. А сюда подставляется ведро, куда уже отбираются гребни. Ну что ж, продолжаем работать дальше, вернее не работать, а получать удовольствие. Ведь смотреть на то, как все это подается, перемалывается, отбирается, это только одно наслаждение. Саму дробилку я старался по максимуму позакрывать, поподгонять, чтобы не было никаких щелей, чтобы никуда не разбрасывалось. Ну и еще играет роль, что валы не слишком быстро работают. Бывает, смотрю на других видео, там очень большие обороты, и там летит во все стороны. Как сок, мякоть, так и ягоды, гребни. Я такого не хотел, и поэтому старался все закрыть. По бокам, и спереди, и сзади, сверху все закрыто. Вот смотрим под дробилкой ванночку, и видим, что здесь все ягоды аккуратно раздавлены, аккуратно оборваны. Ну а здесь наблюдаем, как работает гребнеотделитель. Откровенно говоря, я даже немножко не успевал забрасывать виноград, смотреть за гребнями, поправлять там выброс их и смотреть за самим процессом работы. Как видите, процесс идет такой средней переработки ягод.
можно как и быстрее ускорить подачу ягод, а можно наоборот уменьшить подачу. Буду дальше экспериментировать над этим. Вот здесь видно, что почти 100% гребней уходит в отходы, и некоторая часть кожицы также попадает. Ну а сок и мякоть все остается в ванночке. Ну а теперь посмотрите первые результаты нашей работы. Посмотрите, какая благодать. Нужно немножко его убрать, отнести в сторону, потому что будет тяжелая ванночка. Ягоды красиво раздавлены. Можно делать как вино, так и на сок отжимать. Все чистые, прекрасные, аккуратно отобранные гребни. Ну вот, смотрите, разве это не красота? Никаких гребней, никаких ягод не раздавленных. Все в идеальном состоянии. Ну а вот дальше на видео я специально засек время. Смотрите, такое 20-литровое ведро. Оно полностью раздавливается, разминается, отбирается гребни ровно за 56 секунд. Там в конце видео еще одно ведро есть, полностью снятое, как перерабатывается. Там оно за 50 секунд. Так что если посчитать чистое время, то моя дробилка переработала эти 10 ведер 20-литровых не больше, чем за 10 минут. Естественно, я очень-очень доволен. А вы представьте эту всю массу, эти 10 ведер, полностью оборвать, раздавить, сколько уйдет на это времени, сил, энергии, да вообще нервов даже. В общем, если у кого-то есть желание, есть возможности, времени зимой предостаточно, берите, работайте, как видите, результат, вот он. Так что, дорогие друзья, кому нравится, смотрите видео дальше, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. О том, как устроена эта дробилка, я уже говорил, есть видео на моем канале, ссылки будут находиться под этим видео. Всем удачи и до новых встреч!